Поселок Петровская, дом 131. О месте, в котором живет уже больше 20 лет, Любовь Сафронова может рассказывать долго. Забота о нем и стала основной темой проекта под названием «Мой дом, моя крепость», который Любовь Аркадьевна представила на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». В нем она делится своим опытом по благоустройству дома и прилегающей территории. Мы решили все-таки сами немножко освежить и обновить свой дом. Вот. Заменили вот эти экраны на лоджиях с той стороны тоже. То есть все 8 лоджий мы заменили, сами своими силами закупили, все привезли, доставку. То есть все полностью сами. И сделали ремонт в подъезде своими силами. Любовь Аркадьевна видит заботу о доме в совместных действиях жителей, управляющей компании и муниципальных служб. Типичный пример – проведенный ремонт. Вроде и затраты небольшие, но и они вернулись. Все эти работы нам обошлись очень и очень недорого. По 3129 рублей с каждой квартиры. И потом эти денежки я написала письмо в управляющую компанию и попросили, чтобы нам эти денежки вернули в пересчете по квартплате. И в каждой, абсолютно каждой квартире вот эта сумма была возвращена. Всего в доме 8 квартир. Люди живут дружно. Любовь Аркадьевна – своеобразный катализатор активности жителей. И несмотря на то, что уход за домом ведется постоянный, времени много это не занимает. Нужно просто выйти дружно, всем выйти, всем домом и... Не так уж и много времени. Главное – захотеть. Особый предмет гордости – ремонт в подъезде. То, что изнашивалось и захламлялось 20 предыдущих лет, исправили за несколько дней. Какие-то были лишние вещи, какая-то была мебель ненужная, старая. Вот это от этого всего мы избавились, сделали ремонт своими силами. Но останавливаться на достигнутом рано. И невооруженным глазом видно, что внешняя отделка дома оставляет желать лучшего. В какой цвет покрасить дом, выбирали все вместе. 3 образца. Краски, вот эта краска называется К-306. Вот все-таки решили остановиться на ней. А когда планируется покрасить все это? Покраска будет после того, как его утеплят. За утепление дома отвечают уже муниципальные власти, с которыми у Любови Аркадьевны также постоянная связь. Благодаря акции «Посади свое дерево» удалось облагородить и прилегающую территорию. Мы 15 туй посадили и еще одну гортензию там, с той стороны дома. А вот этой весной... От этой весной мы посадили только сирени. Сирени и несколько кустарников. И 2 гортензии по краям. То есть они вот разрастутся, будет очень красиво. Стать соискателем губернаторской премии «Наше Подмосковье» Любовь Аркадьевна решилась опять же ради пользы. Если удастся получить какие-то деньги, они тоже пойдут в дело. Желание мое первое и большое, чтобы у нас была красивая, солидная доска. Тем более, что выбор еще и президент. Чтобы разместить красивую агитацию наглядную. Чтобы достойные люди были достойны президента. Ну, естественно, вся наша информация, которая у нас по дому. Даже вот наш график дежурства. Вот видите, его пришлось так прилепить. И тут все, ну, хотя я все это убираю и обрываю. Но, тем не менее, не очень солидно все это выглядит. Хочется хорошую доску. Дел и планов еще много. Ремонт подвала, реставрация кровли. Но наша героиня смотрит в будущее с уверенностью. Ведь когда любишь то место, в котором живешь, можешь решить любые проблемы. Максим Козлов, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ.